Базар Кургонска в районе открыто обувное производство. Предприниматели намерены реализовывать свои изделия в России, Казахстане, Туркменистане и Таджикистане. С налаживанием производства некоторые местные жители получили возможность трудоустроиться. Усен Кульбаев продолжит. Местная жительница Азима Усманалиева получила работу на обувном производстве и дополнительную возможность заработка. Чтобы содержать троих детей, она трудится с 9 утра до 6 вечера. В ее обязанности входит сборка изделий. Меня устраивает заработная плата. Побольше бы подобных малых предприятий, и люди заняты были бы. Глядишь, и меньше стало бы воровства и других негативных явлений. Нашлось бы дело и для молодежи. Все необходимое сырье для выпуска обуви завозят из Турции. Ее сбывают на внутреннем рынке и экспортируют в соседние государства. Скоро завезем дополнительное оборудование. Намерены расширить производство, так как спрос на наши изделия растет. По словам представителей районной администрации, открытие подобного производства в отдаленных регионах создает условия для получения дохода. Мы обязаны выделить земельные участки для предпринимателей и выдать все разрешительные документы. Если будут льготные кредиты, то и этим поможем. В 2016 году в районе намерены поддержать и тех, кто желает построить теплицы. Усен Кульбаев, Осмон Уламсадыров, Алмаз Сатаров, Общественный первый канал, Джалалабадская область.